То есть газ вам отключили, да? Да, уже всю зиму вот только вот эти, уже электричку эту, пятую уже тену меняю, елки-палки. Это мы приехали на Грабари к одинокому мужчине, у которого был инсульт, и он сейчас очень плохо и говорит, и у него, видите, как он ходит на костылях. Я у врача спрашивал. Говорит, давай 4000. Я, они у меня, говорю, деньги такие. Говорю, за 4000 я тоже. Ты мне только скажи. Вот у меня утром бывает, не могу дышать и это сам, пока не разойдусь. Разойдусь чуть-чуть, немного, то снег покидает, то это. Делать-то надо что-то. Шевелиться. И так я не могу. Чуть побегаю, вот хоть к магазину схожу, задышка не могу. Вот так бедный мужчина живет, и мы сегодня проехали благодаря Линде Браунауэр из Франции. Мы приехали, привезли тут продукты, много хороших продуктов, чтобы поддержать мужчину. На поселке Грабари, он одинок, еще раз напомню, и вы видите, его состояние очень плачевное, ему никто не помогает, и газа нет, отключили, столь сложное для людей время за долги. А электричество больше берет, чем газ. У него нет возможности купить себе никаких лекарств, которые после инсульта, нет возможности обследовать себя. А вам сколько лет? Мне 68 лет. 68 лет. И... В июне будет 68. Его бросила дочка. Что-то не появляется вообще, уже забыла за него. Вот так получается, оставлены одинокие старики. Никому не нужны. Да, ну, есть вы, мои дорогие друзья, подписчики. И все, сейчас я один остался. Благодаря которым мы помогаем вот таким. А жена умерла, да? Жена, я как, разведенный с ней. Ага. Она живет он где-то за путями. Ну, второй раз я ее встречу в Мали. Она второй раз 150 даст. Да, ну, она троим живет, что я сделал. Понятно. Спасибо, люди, вам огромное за помощь. Благодаря... А еще... Вам люди здесь и выживают. Еще я в Казахстане вот это был. Назад потом вернулся. Там еще у меня два сына осталось. И никак не могу их найти. Ёлка. Дядька был живой. Говорит, как по компьютеру, говорит, мы если что, жди меня, найдем, может ли. А скажите, пожалуйста, ваше имя, фамилия, чтоб, может, мы чем-то помогли? Орлов Веслов Михайлович. Веслов? Орлов. Орлов? Веслов Михайлович. Вячеслав Михайлович. А сыновей как зовут? Один Сергей, другой Денис. Это Орловы тоже, да? Да. Один 80-го, другой 82-го. А где в Казахстане, не знаете, живут? Он был у меня... Здесь маленький еще. Это в 88 или 89 году. Ну, не помню, а загрели все, поменяли. И почтовое отделение поменяли. И все, они не знают, куда даже. Муж приходил, муж, дочка перехватывала. И черт его знает, я не знаю.